Добрый вечер. Добрый вечер, родные мои золотые. 12 лет тому назад я уже в этой студии писал аналогичную передачу. Все это было, как будто было бы вчера. Вот. Это невероятно совершенно. Здесь есть мои студенты, они были маленькими. Совсем, может, даже не думали, что они будут работать, заниматься в кино. А вы знаете, если как-то относиться к своей жизни как к некой, ну, очень кривой линии, то все-таки там есть вещи, которые, я определенно знаю, от меня не зависели совершенно. Они произошли по какой-то воле. Кто-то говорит, что все зависит от самого человека. Но об этом мы можем говорить поподробнее. Здесь вот стоит стул, я не знаю, удастся мне присесть на него, потому что я так как только представил, я зайду в аудиторию и сяду на стул, как на электрический. Вот я сразу, я даже не знаю, как дальше себя вести. У нас, знаете, со студентами... У нас, знаете, есть такой этюд, который я показываю, они помнят. Вот как характер человека продемонстрировать? Вот как буквально за несколько секунд продемонстрировать характер человека, да? Вот один человек зайдет, скажет «Здрасте». И вот так присеет на край, на краешек стула и так, да, ну спрашивайте. Вот, другой человек, привет. Ну давайте, чего, давайте поговорим. Вот, я не знаю, в каком ключе будет развиваться наша с вами беседа, вот, но... Что хочу, все, вот что бы ни происходило, знаете, есть такая, она довольно такая простенькая, вульгарная присказка. И мог ли подумать простой алтайский паренек, что и так далее, и дальше вот все, что с ним случится. И, честно говоря, однажды эта фраза буквально промелькнула в моей голове, буквально, буквально в этом своем звучании, хотя я всегда к ней иронично относился. А если кто-то не знает, я с Алтайска, я Алтайский край, город Славгород. Вот, и однажды, когда мы снимали проект, совместный проект Ватикана и РПЦ, «Паломничество. Вечный город», и мне понадобилось, сказали продюсеры, надо идти договариваться, ну, ты должен прийти в Ватикан, а мы в Риме снимали, ты должен прийти в Ватикан, так, к кардиналу, и с ним договориться, иначе вас не пустят на крышу собора Святого Петра. Вот как, сможете убедить этого кардинала? И вот когда я шел коридорами Ватикана, вот эта мысль буквально промелькнула в моей голове, и мог ли подумать простой алтайский паренек, что через какое-то время он будет идти коридорами Ватикана, потом будет сидеть, переговариваться, убеждать кого-то кардинала, чтобы пустили на крышу собора Святого Петра, чтобы провести там уникальную съемку. Вот. Поэтому... Не знаю. Все из детства, все из детства. И теперь я это знаю точно. А еще я знаю, моих родителей, Царство им Небесное, к сожалению, нет. Вот. И чем дальше, тем больше я понимаю, что все, что мне досталось, хорошего, уж точно, это досталось от них. От Ивана Афанасьевича и Валентины Васильевны. Вот. Это я знаю четко. Добрый вечер. Владимир Иванович, вот ваши слова. Я чудовищно самолюбив, на первом месте амбиции. Могли бы объяснить? Это, знаете, это называется... Вы хотели поставить меня в тупик своим вопросом, я поставлю вас в тупик своим ответом. Да, это так и есть. И, в общем, я не вижу в этом ничего плохого, если это не приносит вред окружающим. На самом деле, как я уже сказал, все из детства, все из детства. И у меня это, я помню очень хорошо себя маленьким, и у меня это было в детстве. У меня было это в детстве, чудовищное самолюбие, обязательно пятерки, обязательно лучше, все. Если я чем-то занимался, надо, чтобы лучше, вот это все. Вот, потом в Москву и так далее и тому подобное. Это какая-то такая внутренняя пружина, которая тебя движет по этой жизни. Поэтому это часть моего характера, совершенно безусловная.
необходимая. И я так уж не припомню, чтобы она мне как-то мешала. Чтобы она мне мешала жить. Вы по первой профессии архитектор и часто вспоминаете об этом. Как Владимир Иванович архитектор помогает Владимиру Ивановичу режиссеру? Вообще, если буду перечислять все профессии, которым я хотел бы заниматься, это займет очень много времени, просто простое перечисление. Естественно, в момент, когда я был маленький, Гагарин, космос, самолет, я хотел быть летчиком, хотел быть следователем, потом хотел быть дипломатом. Я кем только не хотел быть. У меня вообще в судьбе много таких поворотов. Знаете, сейчас поймете, почему я соскочил пока с профессии, потому что это очень важно, с архитектурной. Вот, скажем, мое детство и юность прошла в романтизме Буденновки, вот, Красной Армии. Но в кино, например, я сыграл один раз капелевского офицера, другой раз царского полковника. Я ни разу не сыграл человека. Хотя, казалось бы, я сам режиссер, могу себе, пожалуйста, придумать роль и сыграть красноармейца. И вот так было во всем. Я хотел чем-то вроде бы одним заниматься, а судьба меня приводила к другому. Но я в архитектурный попал, когда я до этого юридически, потом я понял, нет, не мое все-таки, поработал на заводе и так далее. Потом мы идем просто с тренировки, мой друг Саша Новичков говорит, вот есть архитектурный институт Свердловский, ты уже там был в юридическом, знаешь места, вот, и мы с тобой рисовать умеем, давай поступим. И так мы поступили в архитектурный институт. И с этого момента начался, ну, один из самых, может быть, волшебных этапов моей жизни. Я за этот период совершенно преобразился. Я и сейчас считаю, что я получил абсолютно замечательное универсальное образование. Я вообще всем бы рекомендовал закончить архитектурное, а потом выбирать, чем в этой жизни заняться. Потому что архитектурное, понимаете, это оно универсальное, это и точные науки, это и композиция, это и умение рисовать. Ты научиваешься видеть мир. Вот мне как будто бы вот прочистили там запотевшие какие-то стеклышки в глазах, как будто прочистили. Там же когда-то, в один прекрасный момент, в курсе, наверное, на четвертом, мне в руки попала книжка известного и критика Кирилла Разлогова, про кино какая-то, где я увидел три фотографии. Впервые услышал про Луиса Буниэля, прочитал. И увидел три фотографии, знаменитые из фильма Луиса Буниэля. «Разрезаемый глаз» и так далее. И меня это заворожило. Заворожило имя режиссера, заворожили вот эти фотографии. И что-то в голове щелкнуло. Мои студенты даже мне вот сейчас на день рождения сделали торт, очень хороший устроили, сделали, зная эту историю. Они приготовили мне торт в виде глаза, который я должен был разрезать. Ужасно. Вот, чтоб я... Но вдруг, по окончании института, я вдруг понял, это был 76-й год. И я вдруг понимаю, что то, что я хотел строить, то, что я себе в голове навыдумывал, ну, это в помине не снилось, ничего такого я не построю. И тут замечательным образом, вот эта же самая профессия подтолкнула меня к очередному шагу. Я ушел в неизвестность, я ушел в армию, о чем тоже не жалею. Но до сих пор, вот мы недавно были в Екатеринбурге с моей женой Танечкой, значит, и до сих пор я волнуюсь, я прохожу мимо этого здания, вспоминаю, как мы там его строили своими руками, я волнуюсь. Я до сих пор волнуюсь, и, конечно же, профессия архитектора до сих пор меня как-то укрепляет. Ну, наверное, Господь милость, не буду гневить, мне не везло. Это не означает, что у меня не было препятствий. Но мне иногда кажется, что детей в детстве можно научить слышать вот звук судьбы. Вот этот охотничий рог, который тебя куда-то зовет. Потому что для человека, я считаю, самое большое несчастье, если он не находит себя в этой жизни. Вот и все. Мне в этом смысле повезло, что я какое-то интуитивно слышал этот рог судьбы. Я заходил в нужные двери. Может быть, это лишний раз укрепило меня в моем энтузиазме, но я вообще всегда был веселым парнем.
Вот, до сих пор говорят, ой, смех услышали, значит, Владимир Иванович там, значит. Но я не специально смеюсь, но у меня такой смех. Мне он кажется идиотским, но если кому-то нравится, то слава Богу. Очередной работой. Я чувствую себя собакой на охоте или готовлюсь. Вот так вот, поинтером таким, который вот где. Ну, это потом, как правило, оформляется в эти красивые картинки. А так, ну, у меня действительно был период, когда у меня какой-то синхрон шел с жизнью, абсолютный синхрон. Это, ну, может быть, даже начиная с «Зеркала для героя», вот, когда... Очень сложный был период. Очень сложный был период. Это 86-й год. Он сложный был для поколения моих родителей. Он очень сложный. Их втоптали, там, забили в грязь, все, вы не нужны. Как вы могли жить? Как вы могли жить при Сталине? Это чудовищно, это наивно, чудовищно. Как вы могли? Как вы могли терпеть этого тирана? Я сейчас упрощаю, я превращаю это в лозунг, но фактически это так и было. И судьба мне вот подарила возможность снять такой фильм для родителей, для этого поколения. Вот. Им пригодилась эта картина, и моим родителям уж точно, совершенно, потому что я снимал про них, потому что я снимал про то, как я видел. Дело в том, что в Славгороде, что 52-й год, в котором я родился, что 49-й, это, в общем, практически это одно и то же время. Вот. И я, когда видел... Когда вспоминал ту атмосферу счастья такого безусловного, как они любили, эти крепдышиновые платья, эта музыка в парке, примитивные аттракционы, простые, это дешевое мороженое, это один кинотеатр на весь город. И кто скажет, ну и что в этом хорошего? Все. Понимаете, это мир детства, где все было хорошо. Я не знал каких-то, может быть, проблем, еще чего-то, но... Ведь это важно, чтобы ребенок воспитывался в атмосфере. Вот в чем фокус. Значительно хуже, если ребенок, у него все есть, и компьютеры, и гаджеты, а живет он совсем в другом мире. Я выберу в любой момент вот такой мир. Ну, вообще, он такой домашний, он весь был домашний. Вот. И потом я хотел вот этому поколению сделать реверанс такой, поклон даже, скажем. Реверанс слишком уж слово такое. Поклон. А дальше пошло. Потом я снимаю фильм «Рой». Несчастная моя такая картина, которая провалилась в разлом, потому что развалился Советский Союз. А для тех, кто посмотрит фильм «Рой», увидит, что там про это. Там про распад семьи. Потом я в 91-м году снимаю патриотическую комедию «Первый путч». Причем все одновременно, абсолютно. Вот у нас съемки... Тут бежит, Серебряков кричит, переворот, переворот. Там эти Лебединое озеро, милиционеры. У нас с оружием была сцена как раз, все должны были стрелять. Переворот, переворот. Потом 93-й Макаров, второй путч. Подчеркиваю, это все одновременно. Это не то, что мы предвосхитили это, а это просто вот некие события, которые происходят буквально одновременно. Второй путч. Потом «Мусульманин, Чечня». И вполне серьезно, довольно много людей меня спрашивали, ты чего там дальше снимать-то собираешься, как там? Ну, это понятная игра, потому что это, в этом не было элемента пророчества никакого, это синхронные события. Но с определенной долей истинности я могу сказать, что, ну, я думаю, что у меня есть чувство времени. Оно, наверное, не безошибочно, наверное. И это не самые точные часы. Но я думаю, что это, может быть, самое главное, что есть в том, что я делаю вообще. Может быть, это на этом держится вот то, чем я в кинематографе занимаюсь. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Но пока для меня это очень важно. Для меня это очень важно понять, что вот сейчас вот висит в воздухе. Я это даже называю аромат, запах почувствовать вот это времени. Вот. Ну, вот так вот. Добрый вечер.
У меня вопрос о вашем первом фильме «Один и без оружия». Вот расскажите, какие ощущения, вот как это выйти первый раз в первый съемочный день на площадку и командовать и начинающими артистами, и мэтрами? Ну, она условно была первой. У меня до этого уже было 3 короткометражных фильма. Я уже, собственно, сам этот знал. Дальше вопрос, конечно, полнометражный фильм. Вот. Плюс я в сорежиссеры пригласил моего товарища Павла Фатахутдинова. Вот. Мы молодые, наглые, нам ничего не было страшно. Мы могли не спать ночью, с утра начинать снимать, всю ночь говорить, пить, утром снимать. Вот. И нам хотелось в этой картине, чтобы там было все. Вот все вот в это. Вот сейчас я студентов как раз пытаюсь вот от этого отучить, чтобы в первую картину вот пытаться все, вот засунуть все, что он думает о кинематографе, и о себе, и о судьбе, и о людях. Вот честно признаюсь, вот, ну так, ну может быть, это все-таки единственный мой фильм, который хуже, чем «Первоисточник». Потому что мы перегрузили его выдуманными всякими вещами. Мы, конечно, склеили картину, которая и в призах, нам за дебют дали приз. Она имела коммерческий очень большой успех. Может быть, даже самый большой из всех моих фильмов. Вот, по тем временам тогда люди ходили в кино. Может быть, отчасти от того, что люди читали повесть Леонова. Вот. Но мне книжка нравится больше до сих пор. Книжка написана была лучше. Но все равно это и опыт «Сын ошибок трудных». И, во всяком случае, мы там такую школу получили жизни на этой картине, что я про нее тоже могу отдельно рассказывать целый день. Потому что отчасти ведь кино не снимается все подряд. Ну, во всяком случае, так редко получается. Все хотят, ну, сюжет вот весь снимать подряд. Это не получается. Бывает, снимается финальная часть, потом это из начала, потом из середины. Мы потом смотрим, у нас вот сцена идет одна за другой, в одной «Золотая осень», вот, а даже в один, как бы, вот на следующий день дальше действия. А на следующий день выпал снег. Сугробы. Что делать? Их не смоешь, не уничтожишь. И дальше у нас, ну, мы снимали, и снег снимали, мы все это снимали, снимали. А дальше стали выдумывать. Вот. И Николай Леонов, он так замечательный был человек, добрый очень, хотя резкий. Вот он нам все простил, это изуверство. Вот. И стал придумывать нам тексты. И старый сыщик, крупные планы подсняли его. Он как бы связующее звено. И вот предыдущий эпизод, который осенний, и перед тем зимним, и он говорит хорошим Всеволод Ларионов, замечательный актер, фразу, например. К утру выпал снег. А поскольку следующий эпизод шел уже опять без снега, к вечеру он растаял. Владимир Иванович, здравствуйте. Вот режиссеру нужно актеру ставить какие-то цели, задачи, психологию персонажа объяснять, что чувствует тот или иной герой. А у вас герои все до такой степени разные, там, от подводников или человека, поменявшего там веру, до Достоевского. И вот вопрос следующий. А режиссер откуда это знает? Хороший это такой. А режиссер откуда это знает? Я бы даже похлопал такой вопрос. А вообще из жизни, из книжек. Потому что все это разные ситуации. В этих ситуациях находятся реальные люди. Даже социальная принадлежность, во-вторых, главное – это характер персонажа, который действует. И тут важно в общении и в момент проб понять, насколько ты сам хорошо понимаешь характер своего персонажа, и насколько тот человек, которого ты предлагаешь, которым ты предлагаешь эту роль, подходит. И порой были вещи совершенно парадоксальные. На «Попе», например, у нас было написано даже совсем другая героиня, более взрослая, потому что там все-таки такие были отношения, такие любовные, ну, не постельные, но все равно такие любовные. Но мне когда показали Лизу Арзамасову, которой тогда было 13 лет, вот, а я ее не видел, она была звезда телевидения, но я не видел, я не знал этого совсем даже. И когда мне вот Инночка привела ее в
Я настолько обалдел. Это было что-то невероятное. В ней был такой трепет невероятный. И было... Она реагировала на все. Да? Это было именно то, что нужно для вот той героини, для той роли, в которой она снималась в «Попе». И мы переписали. Мы просто все переписали, поменяли, там ушли от каких-то там уж больно сцен таких страстных. Но любовь оставили все равно. Все равно осталась девочка вот эта влюбленная в этого своего паренька, и все. Для меня мистическая часть самая главная. Для меня, вот я чувствую... Вот я чувствую человека, вот я чувствую, что мы с ним одинаково. Вот, вот это вот все, да. Ну, во-первых, Инна Израильевна никогда не приводит средних актеров. Она всегда приводит очень хороших или гениальных актеров. Вот. А поэтому это ты выносишь за скобки и дальше просто ищешь. Это вот как мы будем вот так вот существовать? А что если? Ведь мы очень часто так, с тем же Маковецким, с Мироновым, там, с Балуевым, мы говорим, давай, что? Буквально чуть-чуть. И все, это язык практически жеста. Вообще просто смотришь, а она, ну, все, поехали. После выхода сериала «Достоевский» в сторону авторов было много критики со стороны достоевистов. А вы говорили, что вы выбирали... Ну, фактически не авторов, а одного автора, меня. А вы говорили, что все события выверяли по мемуарам. А вот на чем все-таки держалось это противостояние? Да вы знаете, я уже еще до того, как стал снимать фильм «Достоевский», благодарен судьбе, что вот она меня заново свела с Федором Михайловичем. Может быть, я к своему вот стыду, так бы, может, и ничего и не понял бы про него. Достоевсковеды – это такая секта. Они считают, что они знают, больше никто не знает. А, в общем-то, несмотря на то, что Анна Сниткина, ну, какие-то вещи записывала буквально, поскольку была стенографисткой, но это все равно условно, да, она же расшифровывала это потом, она потом что-то вымарывала. Вообще, буквальной правды не существует. Ну, и, к слову сказать, там основная претензия была к сцене казни. Вот. Потому что, ну, это общеизвестно, даже употреблю термин, что до Достоевского очередь не дошла, и ему мешок на голову не надевали в момент этой казни. И вот ты как зациклена на этом мешке. Я говорю, подождите, вот вы можете хоть на секунду вообразить, что я не знал этого? Вот вы можете на секунду вообразить, что я это не знал? Ну, наверное, нет. Я говорю, тогда, может быть, лучше подумать, а почему мы все-таки надели мешок Достоевскому на голову? И поэтому, конечно... драматичнее и для зрителя. Потом прочитает книжку, узнает, что да, ну не дошла очередь. Вопрос другой. Не всякий так, как Достоевский, это ощутил на себе. Не всякий человек способен это ощутить, когда на другого надевают, а это все равно, что надевают на тебя этот мешок смертный. Вот и все. Поэтому мы надеяли, решили, что это можно допуск такой сделать. Но вот какие вопросы приходится решать? А как он бросил играть? Да, сохранились воспоминания, как он бросил, это было в Висбадене, но это его, это он так написал, Федор Михайлович. И то, как он написал, это вот в кино если снять, ну, это не очень, это как-то неубедительно. Я тогда придумал этот эпизод, когда он в свое время, играя в Висбадене, выигрывает много денег, и он одну монетку золотую засовывает в скамейку. Вот это даже достоевсковедам понравилось, вот многим, вот этот момент. И когда, проиграв все, вот это его... И он вдруг вспоминает, что много лет, неужели она там, понимаете, да? Вот это же судьба, вот. А для зрителя это тоже зримо, это же чудо. И он достает эту монетку, и когда проигрывает ее, и у него случается вот этот приступ, и он из него выходит, когда уже все, ну вот это уже чудо, и оно не сработало, вот. Причем, конечно же, там все было еще сложнее по жизни. Но для того, чтобы художественный образ создать, мне показалось, что это было достаточно. А так, ну это дело обыкновенное, вы знаете, я вам так скажу, в истории и кино, и литературы, и музыки, таких случаев, знаете, было много-много-много, когда обрушивался шквал
критики. Вот. Но я считаю, что мало того, что я сам счастлив, что меня судьба свела с этим, я считаю, что это одна из лучших ролей Евгения Миронова. Абсолютно точно, потому что он потрясающе сыграл. Он сыграл потрясающе совершенно. Вот. И, в общем, мне за эту картину совершенно не стыдно. Я и горжусь. Владимир Иванович, фильм «Мусульманин» вы снимали в реальной деревне с реальными жителями. Скажите, какое впечатление произвели на вас простые люди? Ну, простые люди. Я, в общем, сам-то парень заводской, строго говоря. Вот. И поэтому простые люди – это я. Поэтому что на меня? Я сам в этом всем вырос. У меня в этом смысле разрыва нет. И это я среду знаю и буду знать всю жизнь, она у меня в крови. Вот, кстати, очень жаль, мы сегодняшним, вот не могу не сказать, знаете, потеряли две культуры незаметно. Одна из них заводская, это была целая культура, это была культура. Это была культура людей, которых объединяла. Эти песни, эти все сказки заводские, например, и все. Это было поле энергетическое, со своими законами, со своими страстями. Вот. Это, ну, я вот такой среди вырос, я заводской, в общем, паренек. И вторая деревенская. Вот, и вторая крестьянская культура. И вторая крестьянская, которой тоже мы так, где-то кто-то выращивает что-то, мы даже не знаем, кто что выращивает. Нам это в репортаже не показывают. Иногда покажут бедствие стихийное, так, полегли колосья, нам показывают. А потом сообщают, а в этом году урожай какой-то рекордный собрали. Кто собрал? Где? Кто этим занимается? Где эти герои? Я бы хотел знать. В фильмах мы тысячу лет уже не видели. Знаете, вот в этих песнях, во всех, начиная «Не кочегары мы», да? Такое что-то есть, такое манящее. А там вот когда еще Свердловский, тогда Свердловский на Екатеринбурге не был, и была такая популярная очень песня такая. «А вдали за Уктусом и Визом огоньки горя». И так как-то в этом было что-то, желание какое-то увидеть вот эти все огоньки, вот эту вот всю жизнь. Исчезла, к сожалению. Не знаю, навсегда ли. Но, к сожалению, глубокому, потому что это какая-то неотъемлемая часть. Городская культура тоже, она так раздробилась. А так вот было три столпа таких, вот, замечательных, культурных. Вот, ну ладно, надо вернуться. Значит, какой? Я говорю, у меня проблем вообще не было. Вопрос был другой. К вопросу о профессии режиссера. В деревне Урдово, там первый раз снимали кино. До этого там долго работал художник Саша Попов. Они с ним познакомились, он компанейский человек, талантливый художник, он дома, он работал. Они знали уже, кто такой. Валера Золотуха, у него там дом, он писал сценарий, его тоже знали, он был свой. Там, потом приехали операторы, у них камера, все чем-то заняты, вот, все что-то делают, актеры играют. Вдруг появляется какой-то человек, который приехал. Вот. И они так отзывали Попова. Говорят, послушай, а кто это такой? Чё здесь раскомандовался, приехал тут? Вот что такое профессия режиссера. У всех есть, а это что знает, сидит мотор, камера. Что это за командует тут? Мотор, камера. Что, сами не знают, что ли, люди? Когда там мотор, камера? Я другую вещь скажу. Вот они снимались же там, многие-многие или почти все жители деревни Урдово снимались у нас в фильме «Мусульмане». Ну и мы, чтобы отдать, ну, как вежливые люди, мы приехали в Касимов, а это рядом от Касимова, совсем рядом от деревни Урдово. И мы решили им показать вот кино, когда сделали. Приехали, кинотеатр арендовали, их привезли, автобус сделали, все. Ну, думаю, ну пусть посмотрят, ой, Петька, ну как семейный альбом, пусть посмотрят, и все. А мы пошли там выпивать, пока кино идет. Закончилось, ну пойдемте сейчас, скажем спасибо, да, поедем в Москву. А к нам прибегает администратор и говорит, а вы чего? Почему не идете? Там все сидят, ждут вас. Ох, как нам всем стало стыдно, что мы решили такой флирт. Такой, да, да. А они-то говорят, вы что, вы давайте говорить. Ой, стыдно было, мама родная. Мы думали, ну пусть посмотрит, а, Петька, а они всерьез. И такой у нас замечательный разговор случился. Вот. Вот это было замечательно.
В «Бесах» вы вывели на новый уровень Антона Шагина и Максима Матвеева. Как вы решились на Достоевского позвать «Стиляк»? Да не знаю, от меня не потребовалось никакой решительности совершенно. Вывел на новый уровень, мы это за скобки вынесем, потому что им, может, неприятно, они, может быть, им неприятно будет услышать, что их кто-то вывел на новый уровень актеров замечательных. Но мы, дело в том, что Шагина мы пробовали совсем другую роль. И вдруг он приходит ко мне и говорит: нет, вот это моя роль. А я его почему-то не видел, это роль. И я говорю: ну давай попробуем, давай, покажи. И мы попробовали, я увидел, что это то, что нужно. Я очень думаю, как он сыграл этого Верховенского. Замечательно совершенно. Совершенно. Вот их разговор этот, ну, знаменитый этот разговор. Дайте нам 2-3 поколения разврата. 1-2 поколения разврата. Вот. Он очень точно сделал. Не знаю, я получил огромное удовольствие от работы с этими ребятами. Огромное просто. У меня вопрос про очень любимый мной лично фильм «Поп» и про главного героя. В одном из интервью вы сказали, что он живет так, как я не смогу. Почему? Расскажите, пожалуйста. Ну, может, я не знаю, что не смогу, но я думаю, что я так не смогу. Вообще, в принципе, на себя что-то примеряешь, что ты сможешь, что ты не сможешь. Особенно с нашим детством, которым воспитывались, когда нас воспитывали на таких героических примерах, что ты думаешь, ну что это, давай я больше смогу даже. Вот. Но, вообще-то говоря, я не знаю даже, хорошо это или плохо, но я на сегодняшний момент достаточно определенно знаю, что я могу. Это касается и жизни, и искусства. И я просто достаточно хорошо знаю, что я смогу, что я вряд ли смогу. Это не означает, что я не буду пробовать. Но, в общем, я достаточно определенно знаю об этом. Поэтому я так и достаточно трезво оценивать, что я, пожалуй, вот так не смог бы. Вот. Даже иногда говоришь, да не дай бог попробовать, понимаешь, вот в чем дело. Может быть, пребывать в неведении лучше. Но когда ты пребываешь в неведении, ты все равно, что тот ребенок, который не знает, вот, что плита горячая. Вот. Но он буквально на следующий раз будет знать, что она горячая. А я уж столько раз обжигался, что я, в общем, уже достаточно хорошо знаю, что плита горячая. Вот. Хотя, в общем... У меня склад авантюристический. Я вот уже столько раз бросался в такие проекты, в которые, в общем, лучше было и не. Но как-то так все, глаза боятся, руки делают, и с Божьей помощью все это так или иначе осуществлялось. Но я считаю, это нужно. Нужно все-таки. Ведь, понимаешь, ну на здоровье, конечно, это благородно. Конечно, мы, вот молодежь и вообще, ну кто видел этот фильм, пролетая над гнездом кукушки, все любят этот эпизод, когда Джек Николсон пытается вырвать эту тумбу в душевой и говорит: ну да, у меня не получилось, но я хотя бы попробовал. Вот, а потом приходит здоровый индеец, вырывает ее, и они обретают свободу. Там это осмысленный эпизод. Но... Ну, понимаете, вот я, поскольку я прыгал в высоту, да, я довольно высоко прыгал. Я был чемпионом Казахской ССР по прыжкам в высоту среди школьников в Казахстане. Вот. И, кстати, у меня был кумир Валерий Брумель, который тогда был рекордсменом мира, и я подражал ему. Но дело не в этом, все равно. Вот благодаря этому я, может, получил один из первых уроков в своей жизни. Я прилично прыгал. Вот. И как-то у меня, я упертый ж был, чемпион, все. Я поехал на союзные соревнования, чемпионат. Вот. И я увидел там ребят-прыгунов из школы Ланского. Была знаменитая школа прыгунов высоту Ланского. Они прыгнули те же 190. Они не больше меня прыгнули. Хотя у них личные рекорды были повыше, но на этих соревнованиях они прыгнули не больше меня. Но я когда увидел, как они это делали... Какие они стройные. То есть вот они единые с этим всем. А я в муках там это все. Корячь. Вот. И я ушел из спорта. Я понял, что, в общем, зачем? Мне, если надо, надо найти что-то, где ты будешь. А так вот сколько людей, а там не один был, их было много этих ребят, которые доставляли мне удовольствие своими прыжками. Кстати, я вот до сих пор. Вы знаете, я вот точно знаю,
Вот почему я независтливый? Потому что я очень люблю то кино, например, что я точно не умею. Вот все. Вот это у меня, это гарантированно. Вот если я вот вижу, хлопаю, это значит, там показывают то, что я не умею. Вот в этот момент на экране идет то, что я точно не умею. И, скорее всего, даже и не смогу. Вот такой-то. Вы как-то сказали, что в мире много искушений, и порой подвиг смирения можно принять за гордыню. Как же быть? Ой, вы мне задали очень сложный вопрос. Я не смогу на него ответить, я просто попытаюсь так, ну, чтобы вы не чувствовали себя обделённым, я попробую ответить. Дело в том, что ответить на этот вопрос невозможно. Это всегда личный опыт. Вот я собирался снимать, денег не нашлось. По замечательному роману «Мысленный волк». Вот кто не читал, возьмите, прочтите роман «Мысленный волк». Это из молитвы Иоанна Златоуста. «От мысленного волка звероуловлен буду». Молитва. Что такое «от мысленного волка звероуловлен буду»? Это на самом деле самое страшное. Равно как и вот в смирении, да? Я в смирении, да? И как только мою голову мысленный волк запустил, я в смирении, какой же я хоро, и даже я не успел догрешить. А уже все пропало. Это все такой пилотаж высший. Понимаете? Это из разряда... К этому можно и нужно стремиться. Вот в чем дело. Это просто процесс. Вот, нашел я вам ответ. Понимаете, если это считать неким процессом, да? То да. То да. Но, я не знаю, достижимо. То есть, наверное, были святые, которые, наверное, этих высот достигали. Вот в том же «Мусульмане» у меня замечательный есть рассказ про Макария египетского, когда Макарий, известный, великий, святой, ему показалось, что он достиг высот, вот, ему был голос, что иди туда-то, туда-то, в такой-то город, там живут две женщины, вот они тебе подают. Он пошел. Это у меня в «Мусульмане» рассказывается, эта история. Он пошел, а это в святцах, это история святцев, это даже не предание, это в святцах записано. Вот. Нашел этих женщин, говорит, да что вы, как вы так живете, что вот вас пример. Ай, да ну что вы, ничего мы такого, мы не заслуживаем внимания такого. Мы просто живем тихо, работаем, вот замужем за двумя братьями, вот и все. Вот просто работаем и молимся, и все. Ну что же, ну не знаю, вот мы худого слова друг другу за всю жизнь не сказали. Попробуйте. Попробуйте. Понимаете, да? Ведь кто вам мешает попробовать? Попробуйте. Просто худого слова за всю жизнь друг другу не сказали. Вот и все. Понимаете? Вот в чем дело. Но вопрос другой. А вот пробовать можно. Пробовать можно. Помогает, точно. Я вот, ну, как всякий нормальный русский человек, я так ненормативную лексику употребляю, но и гневлив, и еще гневлив. Вот, но вот я всяким великим постом, например, я даю себе вот как-то вот такой вот, вот... Это не означает, что я ни разу не сорвусь, но это меня останавливает, если я вдруг... Ну, еще Татьяна Витальевна мне... А? Ты что скажешь? Вот, это сразу помогает. Но, ведь понимаете, почему этим нужно заниматься? Я ведь не проповедник, уж не праведник, тем более. Но почему этим нужно заниматься? Ведь мы знаем же, да, чтобы вот, ну, красоту свою блюсть, да, мы знаем, какие упражнения нужно делать, да, чтобы тело свое в порядке держать. А мы вообще совершенно не думаем, что вообще-то, наверное, есть упражнения для того, чтобы вот то, что там внутри, может быть, а это точно упражнение. Вот взять понемножечку, вот чуть попробовать, вот чуть-чуть. Если чуть-чуть каждое такое движение внутри себя совершит, это дело великое. Ну вот так вот. Я нашел ответ на это. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый вечер. Поскольку на этой передаче мне посчастливилось сидеть рядом с вашей замечательной женой Татьяной Витальевной, у меня соответствующий вопрос. Вы в своих выступлениях, разговорах, ну, у нас на курсах часто упоминаете ее и говорите о ней как о своем друге, помощнике. Ваша любовь, она очень чувствуется. И, наверное, многие
могут в хорошем смысле позавидовать, потому что все хотят найти такого себе человека, единомышленника, верного друга, любимого человека. Скажите, в чем секрет этой женщины? Чуть-чуть, чтобы не сглазить это, слава богу. Я сразу не знаю. Может, в этом-то вся и суть заключается, потому что ответить на этот вопрос, это все равно, что ответить на вопрос, за что ты меня любишь? И ответить буквально. Я благодарен судьбе, что она нас свела. Вот. Потом, Танечка, она преподает в ВГИКе, она зарубежное кино, она очень хорошо знает кино. Она во многом культуру кино и мне привила, потому что она даже если смотрит что-то, готовится, да, я тоже смотрю, потом вам приношу, показываю. Плюс она такой жесткий очень редактор. Она редактор на всех вот картинах вот моих последних, она редактор, в прямом смысле этого слова. Сейчас, к сожалению, институт редакторства так куда-то исчез. Вот Татьяна Витальевна у меня выполняет эту функцию. Вот такого редактора, причем жесткого. Иногда мне стесняется сказать, да ну, не так поймет. У Татьяны Витальевны этих глупостей в голове нет. Она говорит мне напрямую, жестко порой. Вот. И это позволяет нам весело жить, потому что мы в живом диалоге энергично проходим время. Но действительно так. У нас не перипетии такие же, если возникает только на вот такой вот... На творческой основе. Например, я в «Попе» никак не мог Маковецкого увидеть. Ну, не знаю, была не на Усатого уже, да, как данность определенная. А я там не мог представить себе отца Александра в «Попе». Татьяна Витальевна, у нее такая аллегорическая, деревянная пила, и она меня пилила. Попробуй Маковецкого. Я думаю, ну как бы, Нина Магдалина, нет, доводила меня до белого коленя. Пока я, наконец, не попробовал Маковецкого, и он у нас снимался в кино. Она в этом смысле очень упертая. Она очень последовательна. Если ей осеняет идея, она доходит до конца. Вот что такое характер, да? Ну, вот там поспорили два человека. Один другого говорит другому, предмет спора даже не важен. Говорит, ну, хорошо, ты меня убедил. С Татьяной Витальевной это не пройдет. Она говорит, нет. Я это люблю, и ты тоже должен это полюбить. Вот что ты согласился, это, знаете, это лирика. Нет, ты так же полюби, как я это люблю. Вот это гениально совершенно, максимализм потрясающий совершенно. Говорят, вы очень любите лошадей. С приходом в мою жизнь Татьяны Витальевны... Она стала меня отваживать от этого дела. Она стала опасаться за меня. Вот. И мне стало все труднее, труднее получать удовольствие от общения. Ну, в принципе, да. Конечно же. У меня дедушка был георгиевский кавалер. Вот. И тоже, вот знаете еще, вот все-таки из детства. Я ведь тогда, когда в детстве играл его крестами, да, он в деревне жил, кстати, у меня дед Серега. Вот. Я когда играл георгиевскими крестами, я же не знал из незначения ничего. Для меня были игрушки. Тут шахматная фигурка старая, тут кресты, тут еще что-то. Но, когда уже я понял, что это такое, вот, и теперь у меня ощущение это, вот как будто бы та энергетика это передается. И для меня это уже имеет значение задним числом, но ничуть не меньше. Вот. И он меня на лошадь посадил, когда я вообще был без сознанки еще, ничего такого особенного не знал. Он меня посадил, бум, хлопнул по крупу, развернулся и ушел в сарай. И меня лошадь понесла куда-то увезла. Я вот так вот как-то ехал. Вот. А дальше оклемался. Я уже взял, надо что-то делать, домой возвращаться. Я подобрал поводья и вернулся, и все. А потом я любил. Когда мы снимали, у нас много было лошадей, когда мы снимали вот один и без оружия первый, у нас много было. И мы на ипподроме снимали, на пьем. Я тогда много. Ох, я тогда получал удовольствие. Мы еще не были знакомы с Татьяной Витальевной. Я барьеры научился прыгать. Я тогда... Ой. Ну, потом донские у меня родственники, донские казаки. Это в крови. Знаете, что вы говорите? Вот нас с сестрой раздражал, у меня отец аккуратист был, жуткий совершенно.
Он строго оглядывал пространство нашей небольшой квартирки, хрущевки, замечал на ковре какую-нибудь невидимую нам соринку. И так мой... поднимал ее, носил. Мы его двое, ну как так можно? Ну что это такое значит? Мне где-то 30 с небольшим исполнилось. Как-то помню, захожу домой, вижу какую-то соринку и так... Ой, Ася, я так и замер. Я понял, что это гены, с этим ты ничего не поделаешь. А это ж я вроде бы не любил. Мы вроде это даже ненавидели и презирали. Ну вот так. Вы часто называете жизнь мистикой и невероятным волшебством. Как вам удается сохранить такое отношение к жизни, пронести его, и особенно в непростые времена, которые в ваш век в нашей стране бывали часто? Я знаю несколько буквальных подтверждений тому, что жизнь волшебная штука. Мы как-то оказались в маленьком городке, где похоронена дочка Федора Михайловича Достоевского, в горах. В город Бальцано. И вдруг я забыл совершенно, к своему стыду узнаю уже накануне отъезда, что здесь же она похоронена. И в эту ночь мне приснился Федор Михайлович. И мы с ним разговаривали всю ночь. Я просыпался там, пил воду, засыпал. Мне продолжался сниться Федор Михайлович Достоевский, и мы с ним разговаривали. Фантастическое ощущение. И я так Бунина видел даже. Таким же образом, мистическим. Когда тебя пробивает, когда ты фантомы эти вызываешь, когда настолько чувство эмоциональное, глубокое, сильное, мощное. И оно, я в это реально верю. Я человек мистический. В этот момент их можно вызвать. Вот своим, вот если тебя пробивает. У меня такая записочка, даже не письмо Бунина, а во Франции, там, в одной семье, которые были связаны с Буниным. Там много писем было. Я письма держал, ничего. И вот такая записка. Держу. Май месяц, по-моему, был, дверь открыта на улицу, вечер такой какой-то. Я держу. Вчера, как, впрочем, позавчера, весь вечер прождал вас в Наполеоне. Вы не пришли. Что ж, так тому и быть. Ваш Ив Бунин. И я боковым зрением смотрю, в дверном проеме стоит Бунин, белой рубашки. То есть у них, я видел до этого у них фотографию такую. Тут симбиоз такой из фантазии и реальности. Вот, белая рубашка, ну так, косяку. Причем такой фотографии я не видел. И я не спал, я, там много народу было. Я им даже заорал, посмотрите, там Бунин стоит. Вот, и ну так, прислонившись к косяку, с палочкой со своей, так стоял в белой рубашке, смотрел. Моль! Сказать, да ну ладно, детские сказки. Да мне-то все равно, потому что я же знаю, как это на самом деле было. Вот, поэтому, в общем, в это можно верить или не верить. Но это к вопросу о том, что если чувство мощное, тогда люди начинают чувствовать себя на расстоянии. Это же ведь факт, да? Ведь многие сталкивались с этим. Даже, я думаю, не столько мистика, сколько какой-то закон еще природный, какие-то из неведомых нам элементов каких-то природных. И я считаю это важным вообще элементом. Ощущение жизни. Понимаете, тогда вы ее понимаете, что она волшебная вообще штука. И более того, я ведь даже и в своих фильмах, пока я не придумаю чего-нибудь эдакого, вот такого волшебного, условно говоря, я как бы даже не понимаю, про что снимать. Для другого человека, с другим складом характера, это даже покажется ерундой и блажью абсолютной. Но для меня это буквально... Я вот мусульманин, пока не вот эту свинью я не придумал, которая вылетает из озера, я барахтался, я думаю, что-то тут не складывается. Обязательно выход из реалистического действия мне совершенно необходим. Люблю до сих пор этот эпизод жутко в «Гибели империи», когда снится как бы сон, а рыбу героиня кормит рыбу червонцами. Люблю жутко. Мне так, знаете, когда мы это снимали, это когда рыба, она так, все из снов. На самом деле, знаете, вот лучше меня даже Бунюэль сказал. Он, по-моему, сказал, что я бы отдал несколько лет своей жизни, чтобы помнить, запоминать сны. Ой, у меня гениальная была история. Вот тоже абсолютно волшебная. В армии. Ночь, казарма, да? А меня сначала прессовали чуть-чуть, но я довольно быстро наладил отношения, потому что я в дембельский альбом рисовал портреты. Все. Я был
человеком. Просто неприкасаемым, нельзя было трогать, будить. Когда я увидел, что они порнуху какую-то читают, похабную такую, знаете, я решил их окультурить. Дайте сказать, ночь, казарма полуосвещенная, солдатики, кто спит, то ну, бодрствовали, в основном все бодрствовали. И я читаю вслух «Апулея, золотой осел». Это вот хочу снять. Это абсолютно сюрреалистическая картина. Ой, дорогие друзья мои, я рад сегодняшней встрече с вами, потому что от вас шла такая хорошая очень энергетика. И я благодарен вам за сегодняшнюю беседу, потому что нам все-таки удалось побеседовать, а не превратить это в монолог. Спасибо вам всем огромное, вам и тем зрителям, которые, даст Бог, увидят эту передачу. Вот. И ангела вам хранителя всем. Thank you.